Ну что, наконец-то вернемся к нашему слову, то есть к слову цель. В чем цель нашего обучения, собственно? В чем цель этого курса, который мы назовем курсом добра, то есть дополнительного образование. Добра. Курс добра. Должен сразу же вам открыть секрет, тайну, что никакой другой цели образования нет, кроме как сам человек. То есть цель, ну как мы об этом и говорили, в общем, продолжаем повторять то, чему мы уже научились. Наша цель — это вы. Цель вот этого видео — это вы. Ваши изменения в лучшую сторону. Вы должны, то есть я должен постараться так сделать, чтобы вы могли стать более знающими, более умелыми, более сильными людьми. Вот она цель.